Итак, друзья, мы все пользуемся обычным Windows, да, но есть embedded версия Windows, она урезана, она предназначена для индустриальных каких-нибудь там компьютеров, чтобы маломощные ПК справлялись с Windows, значит, и работали более производительно. То есть все лишнее вы убрали, вырезали, и все, чтобы справлялось с задачами Windows, оставили. Давайте прочитаем. Windows Embedded, индустриальная операционная система, разработана для устройств терминалов, банкоматов, подобного рода систем самообслуживания для техники, использована в производстве, медицине, торговле, презентационной сфере, сфере безопасности для организации видеонаблюдения и так далее. Является урезанной сборкой десктопных версий Windows. У них отсутствует определенный функционал, который поставляется в соответствующей десктоповой версии. Но от пиратских конструированных сборок Windows сборки Embedded отличается оптимизация под маломощное железо за счет переделки ядра системы, что, собственно, и может дать второй шанс для жизни маломощных компьютеров в роли офисных медийных устройств, но тем не менее. Плюс к этому для системы Embedded предназначены свои обновления, они внедряются не только часто, как в обычных дискретных, а следовательно реже третируют ресурсы процессора и так далее. Ну, итак, друзья, значит, какие есть версии? Сегодня я оставлю ссылку в описании на версию Windows Embedded Industry, не Industry Pro, и смотрите, что пишет. Аналог Windows 8.1 профессиональная, оптимальный вариант для установки на пользовательские компьютеры. Вот. Это практически полноценная Windows 8.1 Pro. Ссылочку оставлю в описании, вот так она выглядит, скачивается, естественно, с официального сайта Microsoft. Еще раз повторяю, с официального сайта, все официально, это ссылка, предоставляемая, значит, Microsoft. Сразу же скажу, что по ссылке у вас сразу же предложат, вот как у меня сейчас, для скачивания уже тут скачан файл 64-битной версии Embedded, и смотрите, сколько она весит, 3,5 гигабайта. Вот сразу же видно, меньше, чем обычный образ Windows 8.1, ну, где-то там 4 с небольшим. Так вот, смотрите, если вам надо 32-битная версия, то без проблем выбирайте, нажимайте здесь по ссылочке, где я нажал, вот здесь вот, и выбирайте 32-битную, она весит вообще 2,5 гигабайта. И нажимаете Try Again, и будет начинаться скачивание. Так что, друзья, вот, собственно, и все. Скачивайте, устанавливайте. Надеюсь, вам видео было полезно. Всего доброго, всем пока, до свидания.